Переговоры по формированию правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября между премьер-министром, главой партии Ликуд Бениамином Нетаньяху и лидером партии «Наш дом Израиль», бывшим министром обороны Виктором Либерманом, завершились в четверг безрезультатно. Об этом сообщает государственное израильское радио КАМ. На встрече не было достигнуто никакого прорыва, цитирует радиостанция заявление представителей Ликуд. Если Нетаньяху не удастся в отведенный срок сформировать коалицию, это право президент может передать Ганцу, у которого будет на заседании правительства 28 дней. В случае неудачи в формировании кабинета Израиль пойдет уже на вторые повторные выборы, а участки для голосования в стране откроются в третий раз за 12 месяцев.